Германия и Франция предлагают создать фонд восстановления европейской экономики общим объемом 500 миллиардов евро. Федеральный канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон объявили об этом в понедельник на пресс-конференции в режиме видеомоста по итогам двухсторонних переговоров. Берлин и Париж хотят действовать вместе с остальными странами Евросоюза. Европа должна сохранять единство, а для этого нам нужно быстрое восстановление экономики. С этой целью нам нужно создать временный фонд в размере 500 миллиардов евро. Он будет создаваться из бюджетных средств, а не заемных, и направлен на нужды наиболее пострадавших отраслей и регионов. По словам президента Макрона, приоритетной задачей является создание здоровой Европы. Поэтому предлагаемый фонд должен оказывать помощь нуждающимся странам ЕС безвозмездно. Но для реализации этого предложения понадобится согласие всех стран Евросоюза. Наша инициатива покоится на четырех основаниях – охране здоровья, бюджетной помощи, переходе к экологичным технологиям и экономическом суверенитете. Я убежден, что этот фундамент необходим для восстановления нашей жизни, наших экономик и наших обществ. Предлагаемый фонд призван дополнить план стимулирования, уже согласованный странами ЕС. Поэтому идея дополнительных трат вряд ли будет встречена благожелательно такими странами, как Дания и Нидерланды, которые ранее выступили против идеи выпуска странами ЕС так называемых корона-облигаций.